Украина может остаться без ядерной энергетики. Оператор всех атомных станций страны, концерн «Энергоатом», перестал оплачивать закупки ядерного топлива и вывоз отработавшего. Все счета организации в долларах, это около 8 миллиардов, арестовали за долги, которые многократно меньше арестованной суммы. Деньги вот уже 15 лет требует совместная украинско-американская компания «Укрэлектроват». После ареста счетов работа «Энергоатома» парализована. Энергоблоки, если так пойдет дальше, придется останавливать под угрозой и выплата зарплат. Атомщики обращались в Минюст, но ответа не получили. Завтра они собираются провести у министерства акцию протеста. И так совпало, что как раз завтра годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.